Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет «Семян» и наш сюжет сегодня с научно-исследовательской станцией «Семенис». Хочу пригласить вас в теплицу. Здесь растет баклажан «Вибо», а также перец закрытого грунта. Как мы видим, растение проходит процесс вегетации. Сбор урожая начнется немножко позже. Мы решили подсмотреть, как выращивают агрономы компании «Семенис» свои культуры. Через месяц мы приедем сюда снова и увидим, какой урожай получится с этих кустов, с этих растений. Хочу напомнить, супермаркет «Семян» – это качественный и надежный партнер наших клиентов. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.